Я так понял из одного из ваших интервью, что Сорин, Игорь Сорин, оказывается, тоже сочинял. Да. Это да, для меня было открытием. Я его воспринимал это как исполнителя ваших строчек. Да, да, да. Нет, Игорь Сорин, автор песни «Где ты, где ты?» Вот это. Я тоже писал на эту мелодию. У меня был свой текст, значит, но, так сказать, он не пригодился. И Сорин написал свои стихи. Ну, я, конечно, так сказать, вы же понимаете. Да, это нормальные чувства. Ну, так про себя-то я думаю, ага. Он был очень талантливый человек во всем. То есть он, вот он любил сцену, и сцена его любила. В том числе, я перебью, и в стихосложении он был талантлив. И в стихосложении, да. И в стихосложении. Я повторю, вот, понимаете, песню написать может любой человек. Понимаете, это, я вас уверяю, вот в нем полемизировать вот, не буду. Сцена любила его, он любил сцену. И знаете ли, вот если бы его попросили для сцены, так сказать, сделать какие-нибудь декорации, он бы их соорудил. И получилось бы что-нибудь такое. Он был человек, так сказать, вот самый, да, удивительный. И когда Матвеенко мне говорит, слушай, у нас там сейчас вот будет парень, я обратил внимание, все, кто с ним общается, со стороны, так сказать, все начинают улыбаться. Люди стоят вперед. И так вот получилось, что когда мы с Сорином познакомились, тет-а-тет, мы остались, все что-то запаздывали. Мы сейчас в гримерке, в Олимпийском, там что-то такое. Вот, вот. Был невысокого роста. И что-то меня так очень доброжелательно расспрашивал. Я так в зеркала так посмотрел так, и вспомнил эти слова. Я стою, улыбаюсь, рассказываю про свою семью, что-то делюсь какими-то своими футбольными там, какие-то впечатления, и что-то улыбаюсь. Вот его очень, так сказать, доброжелательное такое вот отношение к незнакомому мне человеку, вот она вызывала у меня такое... Нет, но он был знаком как бы заочно, я так понимаю. Ну, вот мне помню сказать, какой-то парень, сейчас какая-то группа. Все. Кстати, я с удивлением узнал, что «Тучи», ну, знаменитая, это, в общем, визитная карточка Иванушек. Нет, а у них «Тополиный пух» еще есть, ну, на стихи Михаила Андреева. Я бы здесь поспорил. Но песня совсем не о том, что, оказывается, вы для Шатунова, для Юрия друзья, писали. Да, да, вот, вот этот факт биографии... Я не вижу его исполняющим «Тучи». Да, он, нет, там... Был такой незамысловатый, естественно, другой мотив, и, значит, в стиле там «А тучи, как люди, они один...» А кто был автором, я перебью вас, этого мотива? Это такой мотив, тоже называется городской фольклор. Ага. Мы сейчас с вами можем написать такие четыре мотива. Угу. Прямо, это вот просто, так сказать, это самое. Да? Городской фольклор. И Шатунов не захотел? И Шатунов в своем режиме исполнил. И мы записали демо-студию. То есть есть исполнение «Туч»? Потеряно. Я ищу. Это, извините, год какой у нас? 92-й, 93-й, 94-й? Это бомба будет? Я вот ту эту запись, значит, вот девочки, его сверстницы, так сказать, в моем окружении, я им показывал, они вот так сидели. Понимаете? Ну, я они, думаю. Естественно, были поклонницы, что они замирали. Потому что, ну, во-первых, он обладал мощнейшей харизмой. Это сказать, я об этом написал, и это было услышано, многие газеты перепечатали. Он был, так сказать, не артист в понимании, да, там, Гитиса, ВГИКа. Он был свой человек, с которым, от песен которого людям уютно, тепло, да. И вот, это вот такая, знаете ли, прям вот Юрий Шатун. Он, короче, записал эту песню. Но запись утеряна. Кто знал, во-первых, понимаете? Вот мы все живем... Да? Вот это, кстати, не очень многому научило. Вот это вот потеря этой записи. Потому что я дал буквально записать трем людям из той, так сказать, моего окружения. Я сейчас всех нашел. Они сейчас перебирают там архивы у себя на даче. Я, так сказать, там перелопатил всю свою библиотеку. Пока не нашел. Но надежда есть. Общались с ним? Или вот... Я общался, да, конечно. Я был у него в гостях. Потом мы на каких-то площадках встречались. Очень улыбчивый, доброжелательный. Такой... То есть это не имидж был? Нет, вот это, не, вот не, это не, его не. Как, какой-то вот такой оптимистичный нет, посыл? Не-не-не. Это вот такая, знаете ли, человек из народа. Вот такой, знаете, его судьба могла, так сказать, сложиться вот... Трактористом мог стать, мог где-нибудь работать. У нас и Горбачев мог стать трактористом. Вот, но именно перс судьбы, вот он так сказал, да, и вот именно вот его незамутненность душевная, его, так сказать, вот это вот человеческое свойство, вот, с этими песнями, с этим репертуаром, вот именно позволило ему за два месяца влюбить в себя
многомиллионный Советский Союз. Вот за два месяца, это на моих глазах все происходило. Эти фотографии, так сказать, ваганьковский стиль, значит, такой черно-белый Юра там где-то в ларьках Роспечати, знаете. Эти проводники, значит, которые слушают эту кассету от начала до конца. И так далее, и так далее. И он вот прям так вот стал, понимаете. Вот. И это я однажды пришел в какой-то, значит, кинотеатр, значит, ну, тогда без времени вот это все, значит, продуктов в магазинах нет, вот, такая стагнация, все, ди-ди-ди-ди, все. 90-е, значит, да? Ну, конечно, да, еще, так сказать, до 88-го у них успех чуть пораньше был. Вот, и все, люди унылые. И тут зазвучало это, морзяночка звуковое, вступление, и немного теплее за стеклом, но злые морозы. И вот этот голос, он заставил людей улыбнуться, вот так немножко расслабиться. Ты ругаешь дождь, лужи на асфальте, ты стоишь и ждешь. Твой не пришел, друг твой не придет к тебе, он и не должен. Друг твой самый, почему твой дружки звонишь? Ведь он сказал тебе, как нехорошо. Дай на небе тучи, дай на небе тучи, тучи, а тучи, тучи, а тучи, как Thank you.